Они также смотрят на меня, представляете, люди проезжают, и не обязательно русские люди, и всем я говорю привет, потому что все, в принципе, со мной. Человеком, который пытается совладать с одной небольшой неприятностью, у которого эта штука в голове находится. Ну да ладно, совладаем вместе с вами. А еще вместе с кафе «Султан» мы с вами совладаем с тем, чего я не хотел бы делать. То есть я сюда прихожу и сделаю здесь музыку. И это хорошо. Почему я здесь делаю музыку? Потому что мне нравится делать вам музыку. А это тоже клевенько. Так, пришли, заказали то, что вам надо из небольшого нашего архивчика, который очень-очень большой. Мы вам сделали, и это будет только для вас. Ну так вот. А в прошлом сюжете о кафе «Султан», который располагается здесь на улице Труда, 43А, мы вам показывали мяско. Мяско было вкусненькое. Вот, после этого мяска я тоже заказал себе мяско, то есть я его сделал. Вот, и это было на 6 человек, и мы не съели с первого раза. И я на это дело ухлопал почти 3000 рублей. Представляете, да, что такое мясо по-моему? Вот, если же мясо по-вашему, это сюда. А сейчас мы вам немножко покажем, как вам необходимо покушать перед Новым годом. А почему бы и нет? В очередной раз вкусность несусветная, в очередной раз золото. Я, конечно, кое-что умею готовить, но искусство поваров «Султана» выше всяких границ. И мы не стали, конечно, диагностировать вам все то, что вы сможете съесть на Новый год, и ограничились всего парой салатов и горяченьким. Вообще, как бы надо понимать, что я попросил сделать мне примерное меню на Новый год. Примерное меню на Новый год – это не то, что вы здесь видите, это гораздо больше, потому что на Новый год что еще хорошо там? Разносолы всякие, там рыбочка-нарезочка, там еще что-то будет. А вот то, что вы будете кушать, вот я вам скажу, что это три блюда, и блюдо номер один – это салат рождественский. Вот. Естественно, блюдо номер два – это рыба, и мы ее сегодня попробуем. Вот. И блюдо номер три, вот, это у нас получается мясо с Новым годом, представляете? Вот. Попробуем, что же такое и что вам дает сегодня кафе «Султан». Я всегда знал, что здесь очень клево готовят салаты. А вот этот салат не просто вкусен, он бесподобен. Хорошее мяско. А здесь еще есть язычок, естественно. Замечательные порции. Просто супер. Ну и размеры. Я много ресторанов видел. Ресторан номер один сегодня — это «Султан». Посмотрите, как это все выглядит. Вот под это можно много чего. Я предпочитаю просто работать вместе с вами. А выпью обыкновенную замечательную воду. И постараюсь с большим удовольствием вам передать удовольствие от рыбного салата. Не могу, конечно, оторваться, но съел бы все. И после замечательного первого, как насчет рыбки-то, а рыбочка здесь клевенькая, сейчас подвинь вот так все, чтобы было понятно. То есть даже рыбный салат, он украшен замечательной икрой. Вот, так мы его бабахнем с удовольствием. И почувствуем, что такое рыбка. М-м-м.
А рыбочка тут не менее правильная. И что здесь внутри? Здесь, естественно, внутри кальмар. Крабовые палочки. Рагулет. И макока по-корейски. Вам просто попробовать надо. Как это все сделано-то. Вообще, как правило, у нас гуляют-то пораньше. То есть с 22 числа нас приглашают на вот это корпоративное мероприятие, где вы вот это все можете скушать. На вопросы. Невысока. Качество. Ну, естественно. И вот оно миско. С Новым годом. Эх. Как бы все это дело быстро-то сделать? Сейчас скажу. Дело в чем заключается? Дело в том, что у нас программа-то короткая. Я вам показал все это дело. В пространстве и во времени, но не получается. Поэтому будет сегодня быстро. Три сюжета и вот про это. Вот. То есть раз, два, три. Это уже, наверное, второй час ночи. Когда вы возьмете и будете кушать. Клево. Еще никто мне так не делал. С каким удовольствием кушается-то. Не буду так делать, но ладно. Вот это очень клево. Когда картошечка фри с чесночком. Я бы ее и скушал, честно говоря. То есть это первое блюдо, в смысле из горяченького. Хотя, по сути, два блюда. Но. Попробуйте. Рекомендую просто. Там объедаются конечности. Вау. Конечно, миско здесь очень вкусно готовится, я честно скажу. Многократно здесь кушаю и нравится мне это дело. Потому что здесь люди понимают толк в мясе. И даже все, что вы можете заказать, даже то, чего вы не понимаете, как это делается, сделано супер. Вот. Но как оно чудо-то? Чудо в аккурат самое дешевое. Всего 1700 рублей, и это вкупе с ведущей Дедом Морозом и кучей призов. И все это вы можете попробовать с 22 числа, по тот самый день, когда корпоративы закончатся. То есть реально клево и офигенительно. Довольно странно получается, но людей, которые хотят, чтобы я их показал, не так уж и много. И это в том числе и для тех, кто хочет вас покормить, накормить или еще что-то сделать. Я вам объясняю, куда обращаться. Телефон 8-952-526-68-65. И, возможно, и для вас я сниму то же, что и для кафе «Султан», которое располагается здесь, на улице Труда, 43А. Так вот, мы вам сейчас показали то, на чем мы наелись. А вот то, что вы будете дальше делать в большем количестве, и это все для вас, как только вы сюда придете, правильно, на праздник, но...